По статистике, большинство дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездом на пешеходов, совершается в темное время суток именно на пешеходных переходах. Теперь для привлечения внимания водителей и снижения уровня аварийности около нерегулируемых пешеходных переходов, ведущих к образовательным учреждениям города Сланцы, установили светодиодные импульсные индикаторы светофоры Т7, которые имеют только одну секцию с желтым светом, мигание которого видно издалека. Также Т7 оборудован лампой дополнительного освещения, который при отсутствии основного освещения дороги обеспечивает достаточную видимость пешеходного перехода в темное время суток. Вопрос установки светофоров Т7, он достаточно долгий, обсуждался на протяжении нескольких комиссий в 2016 году, комиссии по безопасности дорожного движения, и совместно с сотрудниками ГИБДД было принято решение о необходимости все-таки установки их в Сланском городском поселении. Их в настоящее время светофоров Т7 и ГЭП разных опор с дублирующими знаками установлено 10 комплектов. Общая стоимость порядка 3 миллионов рублей. Почему говорю порядка? Потому что данные работы проводятся в рамках большого муниципального контракта, заключенного с ОДОРОС по благоустройству и содержанию городского поселения и городской территории. К сожалению, денежные средства в бюджете ограничены, контракт был заключен на те ассигнования, которые были утверждены в том числе депутатским корпусом. В этом году больше установки таких, можно сказать, красивых и практичных светофоров и Г-образных опор больше не будет, но мы планируем в 2018 году продолжить эту работу. Светофоры Т7 полностью автоматизированы и работают без участия человека. Мощная солнечная батарея заряжает аккумулятор в светлое время суток. Зарядка осуществляется даже в пасмурную погоду и в зимнее время года. Яркое мигание желтого света светодиодного светофора Т7 позволяет водителю в любое время суток с большого расстояния заметить пешеходный переход и заблаговременно снизить скорость движения. августа Сланцевский центр занятости населения в городском доме культуры провел ярмарку вакансий, в которой приняли участие порядка 10 предприятий нашего города и района. Соискателям было предложено 105 вакансий. В городе сложилась такая ситуация, что на сегодня ОАО «Сланцевский завод «Полимер», по данным на сегодня, 226 человек уволены по соглашению сторон. И поэтому мы решили организовать консультационный пункт на территории Дома культуры для того, чтобы рассказать гражданам, оказавшимся в трудной ситуации и в связи с массовым увольнением, рассказать, чем можем мы помочь, конкретно служба занятости, чем может помочь этим гражданам. Информацию о возможном массовом сокращении на Сланцевском заводе «Полимер» сотрудники центра занятости начали получать еще полтора месяца назад в результате мониторинга кризисных ситуаций на рынке труда. К сожалению, сам топ-менеджмент открытого акционерного общества «Сланцевский завод «Полимер», как положено по закону, этого не сделал. Понимая всю серьезность ситуации, биржа труда начала подготовительную работу по обеспечению всех оставшихся без работы людей полным набором услуг службы занятости вплоть до опережающего обучения за счет областного бюджета и заверяет, что каждый, кто хочет работать, получит свое рабочее место. Также у нас 28 августа здесь же в ДК состоится межрайонная ярмарка вакансий, на которую будут приглашены работодатели как Сланцевского района, так и Енисейского и Тихвинского района и города Санкт-Петербурга. Будет более 15 работодателей, поэтому приглашаем всех граждан трудоустроиться на наше мероприятие.
Отдел Министерства внутренних дел России по Сланцевскому району сообщает, в период с 10 по 16 августа злоумышленник путем взлома двери в сарае, расположенном в деревне Местово, похитил 3 рулона металлической оцинкованной сетки. Возбуждено уголовное дело по статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации. Проводится проверка, а ущерб составил 12 тысяч рублей. Принято заявление о том, что 17 августа из дома в деревне Пелеши злоумышленник тайно похитил мотоблок. Ущерб составил 30 тысяч рублей. По данному факту проводится проверка. В дежурную часть поступило заявление о том, что в период с 13 по 20 августа злоумышленник путем вскрытия дверного замка проник в дом, расположенный по улице 2 линия, и похитил различные бытовые приборы. По данному факту также проводится проверка и устанавливается причиненный ущерб. За 6 месяцев 2017 года государственные инспекторы управления Росреестра по использованию и охране земель Ленинградской области провели в Сланцевском районе 13 проверок соблюдения требований земельного законодательства. Самое распространенное нарушение земельного законодательства в Сланцевском районе стало самовольное занятие земельных участков и его использование на праве постоянного бессрочного пользования лицами, не выполнившими обязанность по его переоформлению. В результате проверок было выявлено 7 нарушений требований земельного законодательства, что на 5 больше по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Государственными земельными инспекторами было выдано 7 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Нарушители привлечены к административной ответственности с наложением штрафов на общую сумму 165 тысяч рублей. Взыскано 50 тысяч рублей. Уважаемые жители Ленинградской области, если вы хотите поставить оценку местной муниципальной власти, предлагаем вам принять участие в небольшом опросе. Для этого вам нужно зайти на официальный портал администрации Ленинградской области. Здесь вы сможете оценить, как работают те, кто предоставляет услуги жителям муниципальных образований. Ваши ответы помогут при оценке эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления, унитарных, региональных и муниципальных предприятий и учреждений, а также акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Ленинградской области или в муниципальной собственности. Ваше мнение очень важно для нас. Голосуйте, оценивайте чиновников и их работу. Первый паспорт гражданина Российской Федерации теперь можно оформить в многофункциональных центрах Ленинградской области. Востребованная услуга для тех, кому исполнилось 14 лет, предоставляется во всех многофункциональных центрах «Мои документы» 47-го региона, начиная с 21 августа. Для получения внутреннего паспорта необходимо предоставить заявление, свидетельство о рождении, две фотографии 35/45 и документ, подтверждающий принадлежность к гражданству Российской Федерации. Госпошлина за предоставление услуги составит 300 рублей. В случае подачи заявления по месту жительства срок оформления займет до 16 дней. Напомним, что на территории Ленинградской области открыто более 30 отделений центра «Мои документы», в которых гражданам предоставляется более 300 государственных и муниципальных услуг. Двенадцатого августа в городе Кингисепп на территории Октябрьского бульвара прошел второй гастрономический фестиваль «Калейдоскоп вкуса», посвященный 90-летию Ленинградской области и году истории в нашем регионе. На нем были представлены традиционные национальные кухни региона, а также продукция предприятий общественного питания и фермерских хозяйств.
Праздничный концерт с участием профессиональных художественных коллективов и фольклорных ансамблей Санкт-Петербурга и Ленинградской области открывал народный хор русской песни имени Александра Ефремова. Также на празднике выступил народный хор русской песни имени Клавдии Худяковой. Гости фестиваля активно участвовали в кулинарных мастер-классах, разнообразных гастрономических конкурсах и развлечениях. Большой популярностью пользовался шатер Сланцевского района. Гости праздника с интересом слушали рассказ жительницы экологического поселения Русковедово Светланы Ситниковой из Старопольского сельского поселения, которая представила свой рецепт приготовления иван-чая, а также пробовали напиток на вкус. В числе гостей, высоко оценивших традиционный русский травяной напиток, были заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов и глава администрации Кингисеппского района Виктор Гишеле. Также всем желающим Светлана Ситникова предлагала сиропы из одуванчиков и сосновых шишек. По итогам красочного и вкусного гастрономического фестиваля всем победителям и участникам были вручены памятные сувениры и дипломы.